привет. Приехали смотреть дуплекс на две семьи дом. У каждой своя отдельная территория, огороженная. Находится в районе Алоны-Бич, рядом с Хинаном. Пройдем посмотрим. Такая внутренняя территория, на которой есть уличная раковина. Очень удобно. Вчера только съехал англичанин, который долгое время здесь жил, и хозяева еще не успели прибраться. Поэтому они говорят, за непригодный вид просят прощения. Такая маленькая террасочка. Кухня-гостиная с большим диваном, потолочным вентилятором, небольшой холодильник, новый, 4 месяца сказали. Кухня со всем необходимым, газовая плита, духовка, тостер, кулер с водой, вся необходимая посуда также присутствует. Не успели до конца прибраться. Готово. Обеденный стол с двумя стульями. На всех окнах стоят москитные сетки. Кофеварка, большой вместительный шкаф, встроен в нишу, очень удобно, не занимает места в спальне. Отдельная спальня с кондиционером. Стол с зеркалом. Также на окнах москитные сетки. Вид во двор. Тихо, спокойно, зелено. Классное местечко. И прям рядом с Алоной. Так, и санузел. Небольшой. Они сказали, все почистят. Поменяют стульчак. На унитазе горячая вода. За этот дуплекс они хотят 16 тысяч при условии от 3 месяцев аренды. Если сразу подписать договор на год, то готовы уступить, и в месяц будет стоить 15 тысяч песо. Не включены электричество, вода и интернет. Интернет фикс 750 песо, вода и электричество по счетчикам. Поехали дальше. Сейчас мы с вами посмотрим отдельно стоящий дом, который располагается в одном из комплексов Палец. Находится в самом центре острова Панглау, район Дауис. На байке в 5 минутах до любого пляжа. Со своей огороженной территорией, охраняемый поселок, в котором находится бассейн, детская площадка, спортивный зал. Пройдем посмотрим. Дом имеет свою собственную огороженную территорию. Стоянка для машины, байка. Красивый двор. Здесь проход в лаундри-зону.
стиральную машинку они предоставят при условии заключения договора на год аренды. Зайдем в дом. Кухня-гостиная с потолочным вентилятором, сплит-система кондиционирования, удобная мебель, большой плоский телевизор, обеденный стол на 4 персоны, небольшая кухня в доме, есть еще на улице, чуть позже покажу. Рисоварка, кулер для воды, вместительный холодильник, электрическая печь. В доме 3 комнаты, 2 санузла, первый раздельный, туалет и душевая. С горячей водой. На окнах в доме нет москитных сеток. Так, первая. Основная комната с широкой кроватью и удобным матрасом. Кондиционер старой модели. Небольшой телевизор с плоским экраном. Большой шкаф. И 2 небольшие комнаты с односпальной кроватью. Также вместительный шкаф. Окна, вид в лондризону. Еще одна маленькая комната. Также с кондиционером и с таким же большим шкафом. Еще один обеденный стол на 6 персон. Это система солнечных батарей электричества, которые стоят на крыше. Вентилятор и уличная кухня с газовой плитой и духовкой, с кухонной утварью, правда, низкая столешница, неудобно будет готовить. Второй санузел. С холодной водой. Танк для сбора дождевой воды. В доме есть терраса. Сейчас мы поднимемся на нее. Солнечные батареи. И посмотрите, какой открывается здесь вид на горы Бахола. На территорию поселка. И сама терраса.
под навесом. За такой дом собственники хотят 30 тысяч песо в месяц. Не включены коммунальные платежи по электричеству, воде, интернета и обслуживание бассейна, также охрана и вывоз мусора. Это все оплачивается отдельно. И контракт минимум на год. В 50 метрах от дома на территории комплекса есть детская площадка. Тренажерный зал. Небольшой. И бассейн, который регулярно чистят. Разделенный на две зоны, детская и глубокая для взрослых. Возле бассейна есть уличный душ и туалет. Смотрим дом, отдельно стоящий, находится в районе Дауис, в пешей доступности от Бикини-Бич, 500 метров, со своей территорией. Много собак, кошек, петухов. Пройдем, посмотрим. На входе в дом терраса под навесом. Гостиная, два больших дивана, два потолочных вентилятора, место под телевизор, самого телевизора нет. Роутеры, журнальный столик, обеденный стол большой, вынесена из санузла большая раковина. Маленький санузел с горячей водой и маленькая раковина. Окна выходят на кухню. Первая спальня. Кровать широкая, но матрас невысокий. Установлен кондиционер, небольшой шкаф для одежды. На окнах антимоскитные сетки. Вторая маленькая комната. Кровать. Также есть кондиционер. На окнах москитные сетки. Одно окно выходит на кухню. Большая кухня с обеденным столом. Зона барбекю.
Эта дверь выходит на улицу. Открывать ее не буду, потому что к ней привязана собака, которая охраняет покой этого дома. Нет в этом доме кухонной утвари. Кухня пустая. Лаундри-зона. И второй туалет. С душем. За этот дом собственник хочет 17 тысяч песо при условии подписания договора аренды от 6 месяцев. Если подписать договор аренды от года, то готовы немного уступить за 16 тысяч песо в месяц. Электричество, вода и интернет оплачиваются отдельно. Таунхаус в закрытом охраняемом поселке находится в районе Дауис, в самом центре острова Панглау. Терраса, парковка под навесом. Дверь с антимоскитной сеткой. Кухня-гостиная без мебели. Небольшой, но вместительный холодильник. Такой кухонный островок. Газовая плита и духовка. Вторая кухня. Маленький санузел с горячей водой. Так, поднимемся на второй этаж. Лестница крутая. Небольшой балкон с видом на соседей. Первая небольшая комната с двухъярусной кроватью. Сплит-система кондиционирования установлена. На окнах смонтированы антимоскитные сетки. Также стоит небольшой шкаф. Вторая большая комната с широкой кроватью и удобным матрасом. Есть полочки встроенные. Кровать и широкий шкаф. Сплит-система кондиционирования. Такое высокое зеркало. Также москитные сетки на окнах установлены. С
За этот таунхаус собственники хотят 12 тысяч песо в месяц при условии заключения договора аренды на год. Электричество, вода и интернет оплачиваются отдельно.